Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Days Gone, жизнь после. И у нас миссия, ему нужно излечить душу. В общем, мы сейчас помогаем нашему бухарю со всеми невзгодами. Такс, задача у нас, кажись, поговорить с этой. Дэнни, или как ее там? Сейчас точно скажут. Эдди. Эдди. Дикон, чем могу помочь? Я насчет бухаря. Что с ним? Ничего, просто... Короче, он не болен, просто не знаю. Ну, я же говорила, привыкнуть будет тяжело. Препараты у тебя есть? Антидепрессанты или типа того? Нет. Откуда? Ясно. Стой. Слышал, он в драку полез. Потому что какие-то сволочи убивали собак. Да, из-за этого мы с ним чуть не погибли. Ну что ж, вот тебе и ответ. То, что мы чуть не погибли? Слушай, что Уильям любит так сильно, что готов рискнуть жизнью? Ему теперь не тело лечить нужно. Ему нужно излечить душу. Понял. Спасибо, Эдди. Да. Душу вылечить сложно. Не с первой таблетки. Будет. Выжить не значит жить. Это уж точно. Давайте починим наш байк. Рад тебя видеть, Дик. Бас, как жизнь в лагере? Много топлива жрет, да? Прокачать всегда стоит. Буду здесь, если понадобится. Хорошо, ну мы чуть позже к тебе заглянем. Я, правда, не знаю, есть у нас тут что-то или нету. По мясу, наверное. О, как дела, здесь Дик? Есть. Как дела, Джо? Ухо фрика и ухо шакала. И опять ухо альбиноса. Ничего себе, еще и альбинос у нас тут. Класс, хороший улов. Это все? А, ясно. Ну вот теперь вот мы... Пока. Это кто такая? Я тебя не знаю. Извини. Не заметил. Доступна работа, вот. Дик, слава богу. Что случилось? Тебе знаком некий Джошуа Харпер? Харп? Да, да, знаком. Никогда этому козлу не доверял. У него еще бандана такая черная, все на голову ее наматывал. Как хипстер, да? Да, и чутье тебя не подвело. Он пристрелил Дэна Лейна в спину, проигравшись карты, и слинял. Боже, куда слинял-то? Патруль видел, как он направляется на юг. Они побоялись к нему подойти. Думаю, он присоединился к группе намадов. Мне очень-очень нужна твоя помощь. Я понял. Разберусь. Я отметила место, где его видели. Спасибо, Дик. Не, вот, конечно, мне вот это нравится, когда... Типа просит о помощи, но она не идет с ним. Она сама... Вернее, он сам все делает. Так, погодите. Тут нет никакого задания. Все должны работать. Трофей, охота, карточная... Вот, за карточной игрой. Копленда. Ну, давай вот эту возьмем. Кажись, она вот как раз только что. Лагерь Железного Мэка за карточной игрой. Найти Харпа. 972. Ладно, опять без этого все будем. Есть охрененные товары. Как дела, Бас?
Ну, я ж так и думал, что тут оно где-то. Его первыми. Боже, принеси его бандану. Люди Дэна хотят убедиться, что Харпер мертв. Да, ну, будет не очень просто, но ладно, хорошо, сделаю, да. Ну, где-то пятеро осталось. Вроде один остался. Ладно. Ага. Само собой. Это мне нужно. Ты еще скажешь, что не надо ничего притаскивать. Ну, точнее. Пригодится.
все есть? О, черт, ну и жесть. Грибы там. Штучка. Дров, конечно, тут нехило. Ну и все, в общем-то. На мотоцикл и погнали дальше. Так, пойду поговорю с Рикки. Заберу свои кредиты. Наверное, возвращаемся. Тихон, слышишь? Да, Эдди. Один из моих пациентов услышал, о чем мы говорим. И он вроде знает, где можно найти здоровую собаку. Так, я слушаю. К югу от Кэм Шерлока был небольшой пансионат. Кучка хижин в лесу. Ты его знаешь? Нет. Это если ехать по Санте, по той же дороге, которая ведет к лесопилке. И Рикки сказала, вы с ней ездили туда смотреть на Орду. Это когда вы поехали на целый день, типа к плотине. Да-да, ладно, я понял где. Постоянно она тут крутится. Привет, Рикки. Вот бандана Харпера. Нету здоровья, пара дней. Да, и я так сказал. Спасибо, Дим. Я сообщу людям Дэна. Отлично. Трофейная охота. Сдача, если ты убийца или еще хуже, а мне заплатят за твою голову, значит, ты уже труп, только пока не знаешь об этом. Да, будь по-твоему, сюжетная работа. Найди здоровую собаку. Ну, это будет в следующей серии. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. С вами был Вадим Сена.